Всем привет, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Сегодня займусь обновлением пола на балконе. Потому как этот ковер, да и линолеум под ним уже колхоз страшный, бесит вообще. Сил нет никаких. Поэтому сначала снимаю плинтуса. Ну а в подвале у меня уже 10 лет лежит старый паркет, который остался еще от предыдущих хозяев. Вот его и буду укладывать. Решил я укладывать прямо на линолеум. В интернете почитал, что если под линолеумом все сухо и нормально, то линолеум является отличной подложкой под паркет и ламинат. И да, это мой первый опыт у укладки паркета, так что, если что, не обессудьте. Кстати говоря, в том году нас подвал заливало кипятком, и, собственно, паркет тоже заливало. И он по краям немножко почернел, здесь на видео хорошо видно. Но гнили нет, и, в принципе, плесени тоже нет, поэтому будем считать, что у меня теперь мореный дуб. Оказалось, все достаточно просто. Главное, паркетины плотно подгонять друг к другу, а от стен оставлять небольшой зазор, чтобы потом не скрипело. Самым сложным оказалось подогнать финальные паркетины. Ведь балкон у меня не самый ровный, и боковые стенки разнятся между собой сантиметров где-то на 5, но опять же, на видео это тоже хорошо видно. Однако оказалось, что вот этот самый дуб паркетный, он потрясающе обрабатывается топориком. Прямо одно удовольствие, строгал бы дострогал. Естественно, по краям получились неровности, но их отлично скрывает плинтус. Кстати, дубовую щепу я выбрасывать не стал, все аккуратненько собрал в пакетик. В последующем я эту щепу обжарю и буду на ней настаивать самогон. При таком способе получается отличный коньяк. Но мы что-то отклонились от темы, давайте вернемся к нашему паркету и балкону. На пороге тоже пришлось попилить и поподгонять. Остается только вернуть на место плинтус, но, кстати говоря, это ненадолго, потому что плинтус на фоне паркета стал выглядеть совсем плохо, так что скоро я плинтус тоже заменю. Ну а сам паркет нужно будет зачистить или, как еще говорят, отциклевать и покрыть лаком, но это я буду делать после карантина, иначе меня жена с этим лаком из квартиры выгонит. Результатом я доволен. Главное, быстро, дешево и красиво. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока-пока.